Всем привет! Вы находитесь на канале Зев Гейминг, с вами как всегда Александр. Сегодня я вам расскажу, как получить бесплатно роль охотника за головами в Red Dead Online, а также $1000 РДО и другие награды. Все это абсолютно бесплатно. Да, многие, наверное, знают, как это сделать, но как показал опрос, у некоторых игроков данной роли нет. И для новичков данный видеоролик будет максимально полезным, так как я с некоторыми трудностями столкнулся при получении данных наград. Но об этом чуть позже. Устраивайтесь поудобнее, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте как можно больше лайков и прожимайте колокольчик, ведь на канале вы найдете много качественного контента. Итак, чтобы не водить вас вокруг да около, скажу сразу, получить можно бесплатно роль для Red Dead Online, а именно роль охотника за головами, через подписку. А точнее по подписке Amazon Prime Gaming. Если кто в курсе, что и как делать, то хорошо. Но учтите, что после того, как подписка стала именоваться именно Amazon Prime Gaming, а не Twitch Prime, все стало немного посложнее. Но посмотрев ролик до конца, у вас проблем точно не возникнет. Начнем с самого нуля. Я подробно разъясню, что и как и в каком порядке все сделать для успешного получения наград. Переходим на Twitch, так будет максимально безопасно и просто. Там можете создать аккаунт, не обязательно, но лишним не будет, так как на Твиче можете по некоторым играм получать дропсы, они же награды, за просмотр стримов. Итак, на Твиче в верхнем правом углу будет значок короны. Наводите курсор и всплывает текст «Трофеи Prime». Кликаем, и там будет доступна кнопка «Начать пробный период». Он, к слову, длится всего 7 дней, а не как раньше 14, так что самое главное сделать все правильно, чтобы награда успела прийти. Теперь мы уже на главной странице Amazon Gaming и кликаем по кнопке «Попробовать Prime». Чуть ниже нас информируют, что есть пробный период на 7 дней, а дальше по 6 евро каждый месяц. Так что делайте все по инструкции. Если нет учетной записи Amazon, то вам предложат ее зарегистрировать. Регистрируем. И тут один момент, что для активации подписки нужна банковская карта, и на карте должно быть не менее 200 рублей. Сейчас многие зададут вопрос, а для чего? Ведь способ по бесплатному получению роли. Но тут все просто. В момент подключения пробной подписки сервис Amazon проведет тестовый платеж, чуть больше доллара, но обратно их вернет на счет. Это для того, чтобы убедиться, что вы не робот, а реальный человек и не какой-нибудь там мошенник. После того, как мы создали учетную запись на Амазоне и активировали Prime Gaming, нам нужно связать наши учетные записи. И тут я как раз допустил свою ошибку. Я думал, что достаточно будет связать аккаунт Twitch, и я получу все награды. Но по истечению 3 дней я ее не получил и понял, что в сошеле нужно привязать учетную запись Амазона. Это мы с вами и делаем. Переходим в Social Club, кликаем по аватару нашему и выбираем настройки. И там уже пункт «Привязать». И собственно делаем привязку учетной записи Амазон. Казалось бы, все. Но нет, друзья. Чтобы награда активировалась и появилась у нас в игре, нужно сделать еще одно действие. Перейти по ссылке в описании к видеоролику и на самом сайте Amazon Gaming активировать награду. На сайте будет написано, что вам нужно зайти в игру и поиграть в течение 30 минут, и награда придет. Но со мной этого не прокатило, и награда пришла на следующий день только. Хоть я и совершил ошибку, но все же успел получить бесплатно роль в период пробной подписки. Зайдя в игру на следующий день, я увидел уведомление благодарности за использование Prime Gaming, а также уведомление, то, что мне на счет зачислено $1000 РДО. А при открытии доски с преступниками в самой игре у меня было отмечено, что я могу приобрести роль охотника за головами, а именно обычную лицензию, за 0 золотых слитков. То есть абсолютно бесплатно. Надеюсь, я подробно все объяснил и ничего не упустил. Все ссылочки я оставлю в описании к данному видеоролику, как на Prime Gaming, так и на страницу активации самой награды для Red Dead Online. Обязательно пишите в комментариях, воспользовались ли вы данным бонусом или только будете активировать награду. Если вы еще только будете активировать награду, пишите, как у вас все получилось и через сколько часов вам пришла награда. А также, друзья, укажите, знали ли вы об этом способе или нет. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, ролик вам понравился. Если это так, то обязательно поддержите канал вашей подпиской, а видеоролик вашим царским лайком, и не забывайте включать колокольчик, это очень важно. Новый видеоролик уже готовится и совсем скоро выйдет на канале. Всем до встречи!